хотели сделать своего хипстера в мире гонок, но у них не получилось. Многие скажут: «Да ладно, что ты гонишь?» и т.д. и тому подобное. Но вы забываете одно. Я играю на консоли, а не на компе. И не могу выгрузить графику на максимум и вглядываться в текстурки, ну в чем-то, наверное, это хорошо. Но я потратил гребаных 20 тысяч рублей на новую консоль. Я хочу графона, я хочу нормальную физику. А где это все? Ubisoft мне ответит лишь, что схаваешь. Вообще это все есть в Forza. Но не будем об этом и не будем разводить срач. Мне вообще не нравится эта тенденция Ubisoft. Они все начали делать тяп-ляп. Они выпустили говёную халтурную Assassin's Creed Rogue. У меня нормальный акцент. Я прочитал как настоящий игровой журналист. А потом выкатили Unity с багами, лагами, и тут ПКшникам вообще не повезло. Вы чего? Не уважаете ПКшников? Ubisoft, да что с вами такое? Я ждал 2 грёбаных года от The Crew. Запускаю ее, и что? Она мне пишет, что произошла ошибка сервера. Бывает, подумал я, но зайдя в игру и увидел картинку низкого разрешения и коробы, которые бегают по машинам и деревьям. Что за садомия на экране, но потом я поехал, и тут поболь усилилась. Машина едет дерганно, отзыв на нажатие какой-то заторможенный, не дай бог вы заедете на бордюр, вас нахер развернет. Да что это такое, блин? Хотите реалистичности? Тогда сделайте так, чтобы мои колеса нафиг вырывало от наезда на этот гребаный бордюр. Окей, я прокачал автомобиль, управление как-то стало более доброе, но я подумал, тут же есть мультиплеер, и начал искать людей в лобби. Эта игра искала, и я понял, что пока она найдет для меня соперников, я уже успею воспитать внуков! Хорошо, я успокоил нервы и поиграл в Forza. Итак, вернемся к игре. Тут есть сюжет, где нам повествуют о главном герое, которого посадили ни за что, он отсидел и приехал мстить за убитого брата. В городе главенствует банда, и нас вербуют, чтобы мы втерлись к ним в доверие, и поняли, кто же прикончил нашего братуху. Вообще, наличие сюжета в гонке вещь неоднозначная, хорошо, что он тут есть, но только зачем? Геймплейно у нас тут гонки по кругу, драк по прямой, да и езда по точкам. Хотя тут все гонки это некая езда по точкам. Ведь игра якобы нам разрешает срезать путь по трассе, но на самом деле моментов, где можно срезать, крайне мало. Зато частенько нас заставляют ездить на время, и при этом нельзя царапать авто. Кстати, авто очень странно разбиваются. Мятины со временем затягиваются. Я не шучу, как в Терминаторе. Так жутко, так странно, так аркадно. Ну естественно, тут карта огромная. Это, кстати, плюс. Города похожи на своих реальных двойников, но, к сожалению, они пустоваты и серы. Не запоминаются вообще, да и просто обещанных красот маловато. Реально красиво выглядит Лас-Вегас ночью. Забавно, что передвигаться можно как на своей машине, так и на самолете или на поезде. Мне, конечно, больше нравится вариант на машине, так как по дороге раскиданы мини-челленджи, которые дают опыт и детальку на авто. Ну а для самых ленивых тут есть просто мгновенный перенос на события, где вы проезжали, или вообще можете его начать прямо из карты. Получается, что езда по карте это совсем для романтиков. Но не страшно, ибо это, как я говорил, на карте не очень много запоминающихся и красивых мест. И вообще, вы знаете, на что сделали фокус разработчики? На тюнинг авто. Да, тут есть для каждой машины несколько видов тюнинга. Из них самый сочный — это последний вид тюнинга, который делает из вашей машины некого суперспортивного монстра. Остальные, если честно, ни о чем. Но зато действует на ходовое качество авто. Например, при недорожном тюнинге машина более валкая и не замедляется на бездорожье. Хотя при уличном тюнинге она замедляется в полях, но отлично управляется в городе на асфальте. Круто, что нам дают выбрать бампера, внутреннюю отделку салона, диски, боковые зеркала, перекрасить авто, повесить винилы и так далее. Нельзя лишь потратить кровные денежки на внутренний апгрейд, ибо отдельные всякие улучшения подвески, двигателя и такого прочего вы будете получать бесплатно за прохождение гонок. Прошел на бронзу, получи обновку, которая дает +2 к скорости. Прошел на золото, эта обновка будет давать уже +8. Такое, кстати, реально мотивирует перепроходить гонки на золото. А вообще еще прекрасно, что машины все лицензированные, есть вид от первого лица. Уии, куда же без него? В качестве бонуса есть скиллы, которые особо ничего не дают, разная статистика и турниры от разработчиков. Можно по карте поискать спутниковые тарелки и заброшенные хот-роды.
Но мне не хочется растягивать обзор, рассказывая о всей этой тягомотине в деталях. Ведь The Crew вышла на любителя, а тут откровенно иногда бесит физика. Раздражает, что с тобой по карте ездят реальные люди, которые не прочь себя врезаться и завалить тебе челлендж. Да и графика не поражает, а хотелось бы. Игра отлично подойдет для любителей мультиплеерных покатушек, путешествиям по городам и обожателям всевозможного тюнинга авто. Но подождите все же патчей. А на этом у меня все. С вами был OnPoint и моя рецензия на The Crew. Спасибо вам за просмотр, не забываем поставить лайк и подписаться на канал. А главное, не забывайте играть только в хорошие игры. Ну ребят, ну серьезно, ну не забывайте. Ну зачем вам? Ну не играйте в говно. Ну вот The Crew, ну как там хоть что-то... Чё, хоть как-то там можно что-то там найти? Там, может, на ПК, там у кого видяшечка 980, там графончик вывнуть можно. А так на консольках без патча что-то вообще никак.